Александр Котов, харизматический капитан Чертанова. Скажи, сезон закончен. Что тебе в первую очередь понравилось, что не понравилось? И был какой-то момент, который врезался в память особенно? Ну, в первую очередь, наверное, не понравилось то, что мы очень много потеряли очков ненужных в тех матчах, которые могли либо сыграть ничью, либо выиграть. А понравилось, ну, наверное, последняя игра с Липецком врезалась сильно в голову. Потому что все отборолись, воля к победе была, характер показали. Ничего больше не могу сказать. Не понравилось в первую очередь что? То, что много пропускаем? Или вот то, что потеряли очки? Или в каких-то игровых моментах что-нибудь? Ну, наверное, то, что потеряли очки, а от этого уже все остальное будет отходить. Ну, то, что недоработаем где-то, где-то не хватает концентрации, сосредоточенности. Если бы мы это сразу с первых минут бы убирали бы и играли в тот футбол, который играем, то совсем другая игра была бы. Поэтому нечего мне... Все, Максим. Хорошо, этого хватит.